Здравствуйте, друзья Садового Экспресса. Показываю вам хосту Fragrant Blue. Это достаточно известный сорт хосты. И она у меня давно уже на этом месте цветет, растет. Лет 6-7 я от нее уже брала несколько раз розеточки. Но она хорошо переносит все эти процедуры и продолжает хорошо вегетировать. Хоста эта голубая считается. Весной выходит абсолютно голубой лист. Но где-то к середине июля появляется вот эта тоненькая, кремовая, слегка уловимая окантовочка. Меняется такая формочка. Она превращается из чисто голубой вот с такими кантиками, вроде бы как варигатность появляется. Куст невысокий, хотя куст уже достаточно старый, большой. И он достигает всего вот у меня 40 сантиметров в высоту, а в ширину побольше, сантиметров 70 этот куст. В июле появляются цветоносы. Вот самые первые цветоносики, посмотрите, они невысокие. Цветочек беленький-беленький. И вот повыше, ну, выше 60 сантиметров цветоносы не бывают. А цветы, они немножечко пахнут, ароматные. И лист сам в длину 21 сантиметров, мой большой взрослый лист. А в ширину 14 сантиметров. Очень видно хорошо жилы, жилкование. Даже, по-моему, появляется вот у старых листов жабистость, еле уловимая какая-то. И лист вот на выходе из черешка сердцевидный, потом он овальный, закругляется, завершается остренькой капельничкой. Все в этой хосте прекрасно. Она устойчива к слизням. У нее, конечно, не очень жесткий лист, но и не мягкий, средний. Слизни ее не трогают. Посмотрите, видите, в этом году было очень много дождей, было раздолье для слизней, но она не покусана, не поедена. Вот такая голубая хоста. Держит голубизну листа она на все лето. Правда, покрывается такой какой-то к концу лета, ну, можно сказать, серебристостью, серостью какой-то, но все равно голубизна она остается. Он ее, эту голубую расцветку свою, этот кустик не теряет. Надежная она. Много лет на одном месте растет. Красивая хоста, оригинальная. Так что, если вы найдете ее, то обязательно покупайте. Но надо помнить, что она должна быть на солнце только полдня. Все-таки хосты синие все у нас растут в тени, полутени или в тени полной или в ажурной. Вот моя хоста, хотела вам ее показать. Fragrant Blue. Она стоит в таком прибордюре полосе, типа рабаточки у меня. Здесь рядышком альбопикта, она уже позеленела. И Fragrant Blue. Спасибо.